Владивосток, 29 апреля 2022 года. Через дорогу бывший кинотеатр «Варяг». Сейчас там находится спортивный клуб, если я не ошибаюсь. Сегодня во Владивостоке солнечная погода. Дует небольшой ветерок. Здесь спуск в минный городок. Раньше здесь, кажется, был боулинг-клуб или что-то вроде этого. Там вон лестница, но непонятно, куда она ведет. Вот эта тропинка гравием засыпана, но все люди ходят, я так понимаю, здесь. Там лошади впереди. Вот это да. Поют, люди гуляют.
Россо. Россо. Школа верховой езды Россо. Собаки там где-то лают. О, лошадь. И там лошади. Здесь конюшня. Здесь конюшня у них, походу. Молодец, молодец. Ну, еды у меня нет. Там он еще одна лошадь. Здесь вот две лошади поблизости. Здесь вот еще одна. Не знаю, почему-то она в одиночестве. Там бомбоубежище. Ну, здесь, наверное, вот конюшня находится. Она здесь всегда была, кажется. Пойдем дальше, посмотрим. Что-то здесь. А где же озера? Озера, 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 озера. Ну, что? Снупи. А вот и кинотеатр
Буратино, если я не ошибаюсь, все, что осталось от кинотеатра Буратино. Здесь была лестница когда-то, и заход был оттуда. Вот он. Кинотеатр Буратино. Идем дальше. Здесь что-то, что здесь фаворит написано, на что за фаворит, огражденная территория. А, ну, наверное, с собаками здесь занимаются вот в этом месте. А, ну да, вон нарисована, изображена овчарка. Ну какой-то, видимо, клуб собаководов. Ну, что-то вроде этого. Пойдем дальше. В общем, в парке минного городка еще работы. Непочатый край. Что-то сделано, что-то нет. Нужно как-то решать вопрос с деревьями, с поломанными ветками и деревьями после ледяного дождя. Вот. А здесь, я так понимаю, центральная дорога, и она ухожена. Стоят лавочки, новые лестницы, асфальт. Вот она.